Так вот, провожаем 2012 год, уходим в далекий 2013 год. Год у нас был хорошим, можно сразу сказать, как и все предыдущие года. Ну, как, отличался, конечно, от предыдущих, но был неплохим, если так смотреть с общей стороны. А так, хочется вспомнить, что вообще было 20 лет назад. 20 лет назад, то есть, когда мы только родились. Но вспомнить ничего нельзя, но можно только рассказать то, что говорят другие. Ну ладно, а расскажу я вам совсем о другом. Что было 10 лет назад, 15, 5 лет назад, вот именно вот с этой горки, именно в этом поселке, поселке Калниши. Проходило наше детство здесь, в этом поселке Калниши, у этих гор. Как мы видим, дом находится на горе, то есть со всех сторон нас окружают горы, с которых мы катались зимой. Эти горы мы использовали, можно сказать, по полной, во всей их красе. Катались на санках, на лыжах, здесь, там, везде. Везде, где только есть горы, нас можно было найти. Приезжал Виталик, Гуннер, я. И мы просто любовались этой красотой, катаясь на санках. Катаясь на санках с этих гор, Калнических гор. Кто на санках, кто на лыжах. Мы в основном на санках, Виталик на лыжах. Виталик катался здесь, когда ему было, я точно скажу, ну, 15 лет, ладно, катался, ехал именно на этом месте, он нашел 20 сантим. 20 сантим. 20 сантим в те времена были большие деньги. Здесь стояли рулоны. Рулоны стояли у нас, с которых можно было прыгать прямо в снег. Снег был глубокий, и по приземлению было совсем не больно. Совсем не больно. Так что вот так проходило наше детство. С этих гор гора Карабахская славилась. На ней все время можно было найти людей, которые просто валялись пьяные в субботу после дискотеки. Или на неделе, когда были каникулы у всех школьников, они просто катались. Ну, можно сказать так, они выходные они бухали, простые дни они катались на санках. На санках, лыжах и так далее. Там был трамплин у нас. Если смотреть на горку, справа у нас был трамплин, там у нас башня, там тоже есть гора, тоже с трамплином, тоже на ней, с ней катались на санках. Ну вот, такие вот Калниши. Горы у нас здесь, как теперь смотреть, небольшие, но тогда нам казалось, что горы достаточно экстремальны, чтобы на них кататься. По ним, с них кататься на санках, на лыжах и так далее. Но перед тем, чтобы построить трассу, проходило немало время, несколько недель, может даже месяцев. Трасса должна была быть раскатана. Со временем она становилась, ну, можно сказать, как лед. Все это покрытие, по которому ехали на санках, становилось как лед. И санки довольно нормально скользили